Приветствую! В этом видео чемпионка мира и трехкратная чемпионка России Анна Щербакова покорила новую высоту в прямом смысле. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Постепенно заканчивается сезон отпусков у фигуристов. Скоро все вернутся к тренировкам. Анна Щербакова вместе с Дарьей Усачевой и Софьей Акатьевой отдыхала в Дубае. В последний день своего отпуска чемпионка решила совершить по-настоящему геройский поступок. Анна прыгнула с парашютом. Сама фигуристка долго интригу держать не стала и во время анонса происходящего заявила, что это ее первый прыжок за всю жизнь. Правда, все же долго не раскрывала, с какой высоты будет прыгать. Смотрите сами. На фоне этого олимпийская чемпионка Аделина Сотникова считает, что Этери Тутберидзе дает своим воспитанницам порой слишком продолжительный отпуск. 2-3 недели – это слишком много, а месяц – непозволительная роскошь. В такой ситуации все наработки спортсменки могут полететь в тартарары. Продолжаем болеть за наших спортсменов и ждем их отличных выступлений в новом сезоне.